Всем привет, друзья! С вами Кекс на Румзи! Добро пожаловать в мультивселенную Скибиди туалетов! И походу я спал несколько дней, потому что я пропустил новую 28-ю серию, в которой появилась новая раса. Это карандашмены, пенсилмены, ручкамены. Я не понимаю пока, что там произошло. Но, ребята, сегодня мы посмотрим с вами эту новую серию. Ну, как можно сказать, новую, которая 2 дня. В любом случае, обязательно ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал. И приятного вам просмотра. Итак, ребят, мне безумно интересно, что же здесь сейчас будет происходить. Окей. Стандартное начало. Безумная битва. Скибидиисты против камераменов, против тиеменов, против спикерменов. Хватаем гранатомет и... Стой. Секунду. Я что-то пропустил. Там была надпись «База Скибиди туалетов». Подожди, что мы с вами видим? Это прям жесткая заруба. Если я не ошибаюсь, у нас закончили серия о том, что нам разрушили базу клокманов, убили главного клокмана. Здесь происходит что-то совсем другое. Это найдена новая база скибидистов. Обычные скибидисты маленькие, большие. Это вообще какой-то скибиди туалет в мире киберпанка. Я пока не очень понимаю, что происходит, но я думаю, сейчас мы разберемся. Подожди, пушка! Вот почему он туда выстрелил. Эта пушка стреляла по камераменам, я понял. Смотрите, большой камерамен роняет гранатомет. Хватаем мы и просто сносим. А на фоне у нас надпись «Скибиди баз 0». То есть это нулевая база Скибиди или самая начальная. Сейчас посмотрим. Разрушили пушку. Приезжает гигантский... это Тиви Вумен за рулем. Это за рулем Тиви Вумен, ребята. Кто ее пустил за руль? Она разрушила стену. Так, подожди. Скибидиста выбивает одного. Садится на машине. Говорит, посмотри за... Что... Это что вообще такое? Это подожди. Это магнитный скибиди туалет. Из жидкого магнита он кусил его за руку. Пытается вырваться. Остановили время. Это Клоквумен? Я угадал. Это Клоквумен. Отобрала нож у спикермена обычного. На нафиг. И воткнула. Подожди, на сколько времени она его остановила? Так, подожди, это Клокман, который может чинить... это он возвращает руку? Ему откусило это что? Короче, эта фигня откусила ему только что руку. С помощью своей магии, своей способности врожденной восстановил руку. И, подожди, он откатил время? Подожди, она же была рядом на машине. Говорит, здорово, я приехала. Садись, поехали дальше. Так, спикер вумен. Клоквумен и Тиви-вумен собрались вместе. Это трио-банда. Так, подожди, главная база. Для чего они здесь собрались? Это, вы помните, мы в одной из прошлой серии, это хакер-скибидисты, которые отправили ложное послание. Что происходит? Он от кого-то сваливает? Или он пытается возвращаться к себе? Кто-то за ним гонится. Опачки. Опачки, а все его напарнички уже чилят, отдыхают. Аппаратмен? Фотомен? Он читает Джимен Апокалипс? Интересно. Что он хочет? Он что-то говорил, но, ребята, сзади пришел Assassin's Creed и видит Дрельмена, его зафигачил. Помните, в прошлой серии мы видели его? Красавчик. Молодец. То есть они забрали секретный план Джимен Апокалипсиса? Подожди, это... Они на той самой базе... Короче, они находятся внутри нулевой базы скибидистов. Говорит, лайк поставь обязательно. Видали? Вы видали, что он делает? Смотри, показывают. Вот. Говорит, лайк все поставили? Говорит, да, подписчики Робзи все поставили лайк. Проверьте, если не поставили, то нужно поставить. Ля, какие красавчики. Это выход там. Быстренько на выход. А почему он командует? Почему он раскомандовался, я не понял. Так, что ему нужно?
Это кубик Рубика. Это... А, это куб телепортации. Это куб телепортации. Я помню, в одной серии был куб телепортации. Кто его владеет, умеет... у него появляются способности вименов для телепортации. Окей, для чего она нужна? Пушечка. Пушечка. Так, камера вумен отстреливает. Это что за... Это... Астроскибидист, который ползает по земле. Это что? Вот они, ребята, чуваки из превьюшки. Это новая раса. Это Пенсилмен. Ну да. Подожди, он полностью нарисован? Он полностью нарисован, смотри. Он состоит полностью из рисунка. Их целая армия. Их целая армия. Подожди, это ручка Мэн. Подожди, это... Подожди, вот это же ручка, которая пишет чернилами. Два карандаша. Вы это видели? Они рисуют оружие. Они сами себя создают. Они рисуют себе оружие. Подожди, ставят какой-то карандаш. На нафиг! Что это было? Своих же? Он убил своих же ребят. Он проткнул. Они просто слезли. Они зарисовали себя. Они починили себе руку. Они себя восстанавливают. Это же какая имба. Они бессмертные, что ли? Подожди. То есть, они себя просто отрисовали. Они вернули себе части тела просто рисунками. Красавчики, говорит, мы вместе. Мы рядом. Опа, телепортировались. Так. А, они телепортировались с помощью куба телепортации. Они из секретной базы вышли наружу. Говорит, здорово, ребят. Вы кто такие? Я вас не звал. Говорит, здорово, нажимаем кнопку. На! Они же не успели убежать. Минус КБД, база нулевая. Что это такое? Что это? Что это за нечто? Подожди, он ставит какую-то штуку. Это мозг базы? Это нечто живое? А это кто? А это что за робокоп в белой... С миниганом? На нафиг пробил голову ему. А? И... Подожди. А... Это не Титан написано. Приветствую, Альянс. Подожди. Си-пен? Это электронная ручка? Или что это такое? Написано, this is not their Titan. Это, не, это написано, что это не их Титан. То есть у них есть еще и Титан. То есть это просто большой. Это не Титан. То есть у вот этой Пенсилменов есть еще и Титан. Приветствую, Альянс. Надеюсь, мы успели вовремя. Угу. Так, передает ему... Спасибо. Как и было предсказано, Апокалипс G-Man находится в их главной штаб-квартире. Окей. Последняя, единственная база с KBD-туалетов номер один найдена. Окей. Он их понимает? Мы считаем, что именно там должна заключена быть в тюрьму ваша женщина-дрель. Нифига себе. Вот этот чувак тоже нарисован. Кстати, заметили? Однако мы должны сосредоточиться на нашей главной цели. Какой главной цели? И кто это вообще такие? Проекту Апокалипс G-Man нельзя позволить увенчаться успехом. Красный карандаш? Наша миссия не в спасении. То есть они не за них? А за кого? Мы уважаем ваш выбор. Берегите себя. И если что-нибудь случится... То что? Он дал им ручку? Он дал им ручку, которая может менять часть сюжета? Ручку создателя? Офигеть. Так, у меня стало еще больше вопросов, чем ответов после этой серии. Что это за пенсилмены? Что это за тварь, которая выскочила с этой базы? Которую не разрушили в виде скибиди какого-то мозга? Почему они не за агентов?
и какая миссия у них должна быть выполнена. И еще одно. Почему они так боятся G-Man Апокалипсиса? Что должно случиться? Блин, на нафиг. Этот момент красивый. Он забивает, и здесь вырастает гигантский этот. Блин, красивый моментик. Ладно, ребят. Прошу поставить лайк. Следующую серию постараюсь не пропустить, поэтому подписывайтесь на канал, колокольчик. Всем удачи. Покедова.